Итак, седьмая серия маршрута Москва-Иркутск. Краткая характеристика указана в начале видео. Короткая остановка. В этой серии в конце очень много битых файлов. Определить места, где эти сбои видео произошли, можно на карте. Вот путь маршрута. В конце серые участки. Вот они как раз. Эти места оказались битыми. Участки небольшие, там по 1-3 минуты, но занимает очень много времени, чтобы битые места удалить. Ну, поехали. Ограничение 90. Просто это так, на Кремле. Да, вот ради этого только приехать, там погулять, посмотреть и все. По магазину. Так, справа по ходу Кукуенова. Слева Майутарова. Там Путин выглядит издалека? Да, нет, конечно.
максимум, что можно, это если тебе повезет. Он там едет, допустим, по какому-нибудь шоссе. Ну, со своим кортежем. А ты там с прилегающей территории, вот, ну там, с параллельной улицы. Ну, допустим, остановился первым на светофоре, да? Перекрыли движение. И вот ты можешь увидеть его кортеж, как он проезжает. Ну, озерно, все тонировано. Ну да. Более не проживает. Собянина видел. Но тоже, знаешь, так, это из окна. Приезжал он мне из окна в парк, лесу виден. Ну, он был неухоженный, ничего. И вот Собянин взялся. Вот Собянин прям Москву преобразил, озеленил. Сейчас все там в тротуарной плитке. Деревьев много высадили. И вот когда парк сдавали, он приезжал туда принимать работу. Ну, я с окна посмотрел. Ну да, Собянин он приехал. А с Жириновским фотографировался, забыл, что ли? Много, да. Есть пара Жириновских дома. Развлечения там есть. Но за все надо платить. За все развлечения. Дорогая жизнь. Здесь вот даже магазин. Каждые два дня мы тысячи, полторы продуктов выбираем, что известны. Но это другое. Опасность. Ограничение 90. Нужно этот регистратор такой же GPS. Обгон запрещен. Ограничение 90. Ну, он знает, заранее записываю весь маршрут. Перед ночлегом сбрасываю. Освобождаю его, чтобы поверх запись не пошла. Привезу домой, папа выкладывает этот YouTube-канал «Видео дорог России». Полно уже видео с российской силой. Нормально, нормально, дорогая. Мне даже этого радара-то нет. Мне уже нафиг не нужно. Это радар, что пищал бы каждые 50 минут. Как всегда ведь штраф влезал. Я ни одного штрафа. Сколько у меня вот стаж? Вот 6 лет. Ездил я в Казань. В самое далекое ездил я, уж в соль лезл. Вот так уж внутри. А сколько километров это? 7 сотен. Вот я хочу, самое далекое, это в Сочи съездить. Как на своей машине сам. А до Сочи сколько? 2-300. 2-300. Слушай, на самом деле 2-300 лучше это с остановкой проехать. Ну да, все. Разбей по 1150, по 1100, там, короче, 300. 1150 проехать, да, отдохнуть. Да. Часика там 5-6. Пусть 8 даже. 8 достаточно. С семьей же, да? Да, это супруга, я считаю, это супруга возьму. Может, на трассе езжу всякие остановки, где дальнобойщики останавливаются. Да, да, да. Там и мотели есть, и все там от 500 рублей, по-моему. Да, сколько места. 1000 рублей заплатил, нормально поспал, покушал. Покушал, отдохнул, самое главное, и поехал дальше. Я про себя тут, тот мужик, который меня вез до Нефтеюганска, потому что 2000 проехал без отдыха. Я хочу лет в Бальбеке рекорд. Блин, ну давай я тебе тогда расскажу, и этот больше рекорд выбивать. 2800. Москва, Краснодар, Краснодар, Москва. Ты сам проехал? Да. С температурой под 40.
еще не знаю, получится. Получится. Это очень тяжело, очень жестко. Я, блин, на сигареты 10%, не вы, точнее, а магазин. Да, да. А, значит, ну, наверное, приблизительно такую же стоимость он накручивает и на другие товары. Нужно зайти в его магазин, посмотреть, сколько стоят у него эти эклеры. Отнять 10%, посмотреть, получится ли на этом зарабатывать или нет. Если да, просто сделать ему предложение там на 10-11% дешевле. Да, кстати, есть такие, которые покупают, а также в одном оптовиков там. Там просто копейки там накручивают. Там. Но они же знают, сколько они получат с этого. Я знаю парнишку, который... Мясо... Впереди опасный поворот. Ограничение 90. Да, они там на килограмм там пару рублей накручивают, там рубль-полтора. Но в итоге они потом тоннами это все развозят. В итоге вот с этого получается яичник. Ну, везде посредники получаются. Каждый хочет там свою долю. Да. Собственно, поэтому у нас так же и дорого в магазинах. Ну да, пока крёт до магазина дойдёт, знаешь, сколько посредников там. У меня опыта нету в этой сфере, пошёл сигарет, да, у меня как и левый сигарет, и палёный продавал. Так, у вас в Москве, кстати, палёных сигарет там вообще много. Да их в Подмосковье делают, и в Москву все завозят. Да, вот там этот, А еще раз, как называется вот дистрибьютор, где ты работал? СНС. СНС? Да. Это латинскими или русскими? Латинскими. Ну, как что вот? Латинскими, что русскими, все равно СНС получается. Этот, они не только с БАТом сотрудничают, да? Нет, с БАТом только БАТ. Все. Но у них есть свой корпоративный автопарк. Да. Ларгус. Да, Ларгусы, там газельки. Еще там порты там легковые, пару штук. Ну это в Челнах вот эти, как то, что в Челнах же я Шнера. Ну они же по всей России есть. Ты в Челнах, кто-то там в Казани, кто-то в Уфе, кто-то в Новосибирске. Да, и в Альметьевске там есть. Надо им коммерческое предложение отправить в управление автопарком. Там этот, у них этот, там в автопарке у нас в Челнах, там механик, считай, всем этим рулем. Слушай, а ты не в курсе, автомобили там в собственности были или в лизинге? Они лизинговые, да? Лизинг. Вроде как лизинг. Там вот я свидетельство о регистрации смотрел как-то. Что-то я не помню, там по счет хозяина, там что-то было написано, где забыл. Ну, я там, знаю, то, компания что... была какая-то указанная. Да, да, вот я вот сейчас не помню, что компания там. Арвал, да. Лизплан, Европлан. Пацаны там спросили, там если пацаны там вроде разбежались, его спросить. Ну там всем этим занимался механик, там то, не то. Он просто говорит, типа вот, заедь в сервис, масло там купили, на тебе масло, короче, фильтр. Заехал, считай, там уже все по договоренности у него. И считай, бумажку дает там, считай, все работу провели там. Колобки поменяли. Ну там везде на каждой машине этот стоял, GPS, что ли. Как бы километраж там стоит. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 50. Проехать больше, да? А он покажет меньше. Или наоборот даже. Ты можешь иногда там по ГСМ еще на бабки попасть. Там чуть-чуть. Ну я как бы на бабки не попадал, я всегда мне экономия выходила. Я постоянно 95-й заправлял. Хотя мог 92-й. Еще этот на свою машину заправлял. 95-й, 14-й мне тогда было. Нормально было, почему топливо. А еще до меня там торговый работал. Считай, машина же новая. Как ее дали ему, тогда еще GPS-а не было. Но там прям за год, он год, считай, работал без GPS-а. Я не полгода. Он там, блин, столько намотал, короче. Ну просто пробег накручивал и топливо списывал. Ну, продавал, под свою заправлял. Вот. Потом я считаю, сел на машину, уже все над GPS-ом. И он мне, а я смотрю, там пробег 30 тысяч. И он говорит, мне потом рассказал.
Исландии какой, да? Что-то мне так показалось. Оказывается, он мокрый. Да, он летит слишком под колеса. С левой стороны по ходу старый Курмашева. Слева на расстоянии примерно 3 километров Кушнаренкова, населенный пункт. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Кармашек, провод, что я поделал, то, что с
за 8 часов разряжается быстро. А навигатор тебе нужен? Осторожно, дети. Ограничение 90. Нет этих указателей. Потому что по всяким там деревням приезжаешь, там, по всяким заколокам. Раньше не знаю, как люди без навигатора ездили, да? И ты карту открываешь, смотришь карту. Да, остановился на обочине, разложил, сообразил, где ты находишься. Кстати, сколько времени теряешь просто? Да, да. Ну ладно, раньше было легче. Легче было, потому что не было таких дорог, развязок. Вот была там, я не знаю, одна. Ты знаешь, тебе прямо и направо. Так, слева Мамятова. Справа Нижняя Акбашева, Средняя Акбашева и Шарипова. Населенные пункты. Мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Как сейчас. Там вверху. Впереди
Пост ДПС. Ограничение 60. До капельки. Пост ДПС. Ограничение 60. До капельки. 92-й может не дали, 95-й. Но если 100-й такой, как 92-й, за 50 рублей, то можно и долить. Ну тут, мне кажется, это же Россия. Все возможно. Да. Так, с левой стороны, походу, Михайловка, справа Затон, далеко в стороне Мировка. Воруй, блядь, грабь. Больше Казань нравится. Уфе тоже прикольно, так красиво. Впереди Уфа, примерно 6 километров. Мост через реку Белая. Редкое название белое в основном. Впереди камера. Ограничение 80. В основном речки черные по всей России. По-моему, в каждом регионе есть такие. Река черная. Ну а тут вот под Уфой белая. Ограничение 40. Вот пригород Уфы. Начинаются временами небольшие заторы. Так, Уфа, Уфа, Уфа. Южный автовокзал рядом.
улица имени города Галле. Алло, Олеся, по-моему, да? Олесь, я подъехал. Единственное, вот я не смог найти здесь никакую парковку на территории. У охранника спросил, он говорит, для машин нету парковки. Я встал, знаете, где? Вот рядом с ЖД вокзалом есть Йомарт какой-то, что ли? Все, понял. Я тогда здесь паркуюсь где-нибудь. Серебристая Toyota Corolla. Я вот... Ждет попутчика. Я проезжал их сегодня. Я бронировала машину, но еще не было. Да я вчера еще выложил. Но я вчера поздно вечером, я как приехал в Казань, сразу выложил. Это часов в 11-12 ночи, наверное, было. Из Москвы. Впереди опасный перекресток. Ограничение 60. Если что. Если нужно еще дальше. Дальше на Иркутске это получается поедете через что? Ой, через Омск, Новосибирск, Новосибирск, да. То есть, территория Казахстана не приезжайте до Павлодара? Нет. Впереди опасный перекресток. Немножко. Ограничение 40. Я ухожу налево. Через Казахстан не поеду. Опасность. Ограничение 40. Ограничение 40. А у вас конечная Челябинск, да? Да. Впереди плохая дорога. Ограничение 30. Впереди плохая дорога. Ограничение 30. Знаю. Вокзал. Не знаю. Я остановлюсь на...
значение 40. Ну вот, железнодорожный вокзал. Где? Че он там трындел возле автовокзала? Совет. Ограничение 40. Железная дорога справа, плотную прямо за деревьями. Ограничение 40. Ну это Уфа, не самый центр. Так, улица Пушкина. Там, по-моему, приложение выдавало что-то в районе 1400. Так, что-то. Движение по улице Пушкина. А эти товарищи, вот, которые на блоку
облакали вот так вот с микроавтобусами. Они же на этом зарабатывают. Наберут, вот они действительно создают себе там 1000 аккаунтов, собирают людей и едут. Не, ладно, если едут, бог-то с ним. Те, которые... Берется, потом просто это полчаса отказывают. А есть те, которые не едут. Да, вот я сейчас из Челнов еду в Челябинск. Прямого попутчика не удалось найти с пересадкой в Уфе. Ну и отверг. Каждые два часа его стоит. В Челябинск, да. Да, видел. 16, видел такого. 18. Я не поняла. Забронировала. И жду довольная. Создают несколько аккаунтов, ну, вот, набирают эти маршрутки, а указывают, что машина там легковая и так далее. Это чего? Ну, некоторые там рассчитывают поехать на одном, в итоге едут на другом. Или пугают. Да. Или вообще не едут. Видители ездят по всей Москве за этими отменами. Справа река Белая, движение что по улице хочешь? Пушкина, а Пугачева, улица Пугачева. Справа иногда мелькает зеркало реки. Так, впереди должна будет быть развязка, где с семерки уходим на пятерку, на М5. Не знаю, удастся ли на карте это посмотреть, потому что фрагменты вырезаны, битые фрагменты вырезаны. Ну, посмотрим. Движение по улице Пугачева. Да, и в середине будет развязка. Развязка на трассу М5. Урал. То есть по семерке въехали в Уфу. А из Уфы, так, мост через реку Уфа. До Уфы по семерке, от Уфы по пятерке. Ну, тут развязочка, не знаю, совпадет или нет. Комментарий с аудио
солнце слева, и автомобиль выезжает на трассу М5 Урал. Справа по ходу железнодорожная ветка и движение в сторону Челябинска. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 90. Да. Я хочу перевал проскочить. Ну, в светлое время суток. Это я звоню на телефон ему, где находишься, интересуюсь. We'll be right back.
Mm-hmm.